Всем привет! Я очень заболела сильно, поэтому извините, влог сегодня будет короткий. Я смотрю сериал «Жемчуга», подсела на него. Он как-то был по телевизору. Мы пришли к бабушке Лёшкиной, Аринкиной прабабушке, и она нам смотрела его. Мне он так понравился, я вот захотела его посмотреть, найти в интернете. Так что советы, кто любит всякие такие плакучие фильмы, то сериалы, вернее, то советую посмотреть. «Жемчуга» у нас называется, по-моему, 21 серия. Я сейчас, по-моему, на 8-й. Да, 8-я серия. Вот. У нас опять дождь. Ну, вернее, еще его нету, но уже тучи нахлынули. Я собралась с Ариной выйти на улицу ненадолго, но походу не сходим. Ну, мне, в принципе, это на руку, мне бы лучше дома немножко отсидеться, отлежаться. Сегодня ночью практически не спала, заложила весь нос. Было просто невозможно спать, я умирала. У меня капли, конечно, есть, но они мне вообще не помогают. Отпустит на несколько минут и опять вообще, короче. Так что уж сегодня, наверное, я себя показывать не буду. И влог будет короткий. Извините меня, пожалуйста. Ну, будешь дальше клеить? Давай, клей. Как ты клеишь, прилипал? Покажи. Принесла эту коробку, перевернула. Помнит, как мы с ней играли и клеит. Правда, сняла колготки, носки, все валяется, не хочет надевать. Принесла джинсы, лосины свои из той комнаты. И меряет их. Ни носки, ни тапки, ничего не хочет, девчонка. Видимо, жарко. Ну, играй, давайте. У меня уже 9-я серия только началась. Все, что ли, не будешь больше играть? Как всегда, я когда камеру включаю, она все перестает играть. Танцуешь, что ли? Музыки-то нету. Тан-тан-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-та-та. Бази, кочки. Папа. Я не слышу, что тут. В общем, мы с Ариной решили сходить все-таки на улицу. На улице вроде бы распогодилось, ну, как распогодилось, тучи есть, но дождя нету. Ну, точки есть небольшие. У меня такие глаза. У меня всегда, когда у меня нос заложен, у меня прям отекает. Вот эти веки. У меня уже вчера все отекло. Вот. Так что мы решили сходить без коляски, без велосипеда. Просто возьмем лопаточку и пойдем на тот двор, где вчера были. Вот. Время. Сейчас чихну. Не буду. Или буду. В общем, идем гулять. Под ноги только смотри. Да, под ноги. Пойдем. Вперед. Вперед, вперед. Ты через две-то не перешагивай. По ступенькам по одной. Вот, молодец. Давай. Давай, давай, лезь. Я тебя страхую, не бойся. Опа. Давай, поднимай ножку. Вот так. Во, как высоко, Рина. Вот это ты высоко забралась. Не облизывай. Арина. Класс? Да?
Не, назад нельзя. С горки поедешь? Дай девочке лопатку. Арена. Дай девочке. Чего? Куда ты лезешь? Тут не лазит, Арин. Идешь? Будешь рисовать мелочками? На. Давай, мелки тебе дам. Комары. На. Рисуй. Клубничка Арину. Наша с огорода. Вкусная уже. Арина всю съела миску. Тут земляника была и две таких больших клубничины. Ай, как вкусно. Какая сладкая. Все, съела. Земляники был целый стакан. И вот две клубнички. С огорода самое то. Вкуснее, чем покупная. Вкусно, моя девочка, да, вкусно. Опа, все. Вот еще чуть-чуть, тут маленький-маленький кусочек. Ты хоть жуешь? На, кусай. Все, ай, травку-то отдай, травку плюнь. Травка, да. Раздавила, блин. Земляника, земляничка. На, мама ее чуть-чуть тут давила. Все, вкусно. Бабушка принесла из дачи. Ну, с деревни от бабушки, короче. Бабушка принесла от бабушки. Все, мы уже дома. Время 9:20. Что-то в последнее время мы так долго гуляем. Гуляли на... Потом после той площадки гуляли на нашей площадке. Общались с женщиной. Мы с ней познакомились как-то давным-давно. Она с Молдовы. У нее 4 девочек. Такая... приятная женщина, вот, рассказывала, как тяжело живется ей с 4 детьми, вот, самой маленькой девочке 9 месяцев, вот, так что пообщались, поговорили о нашей новой фигуре, обо моей фигуре, о ее фигуре, то, что она поправилась, ну, у нее, конечно, 4 детей, это понятное дело, у меня один, я, конечно, на ее фоне, так как у меня один ребенок, немножко позорно мне, честно скажу, потому что у нее 4 детей, она выглядит как я, а у меня один ребенок, я выгляжу как она при 4 детей. Но у нее не так заметно то, что она полненькая, потому что у нее нет бедер, как у меня. У меня большие бедра, и это все портит всю малину, так сказать. Вот, ну, в общем, буду заканчивать я влог. Вот такой коротенький получился влог. Да, кстати, мы попали под маленький дождик, но он такой недолгий, поморосил и перестал. Вот. Буду заканчивать. То же самое будем, как обычно. Каша, купаться и спать. Так что... Арине скучно. Вот. Лёшка опять задерживается на работе. Вот, так что все. Давайте, буду говорить вам пока-пока. До завтра. Завтра будет новый день, значит, будет новый влог. Все, пока-пока, до завтра.